Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в Zombie Tsunami. И у нас тут есть задание. Первое задание. Это нам нужно перевернуть самолет. Второе задание. Нам нужно... Да, я сейчас посмотрю. Клонировать 8 зомби и уничтожить с помощью гигантского лазера зомби 6 объектов. Угу. И клонировать надо. Ох, а почему я умер? Ай-яй-яй-яй. Да, засмотрелся я, ничего страшного. Пойдемте дальше. Засмотрелся я, у нас было мало зомбаков. Нам нужно будет купить, прокачать, чтобы было больше зомбачков у нас. Чтобы вначале было как минимум сразу 4 зомбака. Чтобы нам эти машинки можно было сразу переворачивать. Вон таксист, видишь, кричит как. Так, съели мы чувака. Так, теперь у нас 4 зомби. И как назло, машинок нету, смотришь. Ни одной машинки нету. Хотя мы можем их переворачивать. Так, тетечку съели. Идем дальше, бомбочки. Бомбочки мы не трогаем. Вот еще один чувак. Так, вот эти монетки очень тяжело так собрать. В форме квадрата. Кто это у нас? А, нам нужно 8 клонировать. Давайте клонировать. Клонируем. Один есть. Так, второго клонируем. Так, третьего сейчас клонируем. Да, много еще клонировать приходится. Так, давай, клонируй, клонируй. Инопланетянка. О, спасибо. Да, все, НЛО убежало. Закончился. Бонус. Так, на пляж мы выбегаем. Кстати, ребята, вы не хотите на пляж сходить? Что-то так на пляж захотелось? В реальности, знаешь. Куда-нибудь на море. Песочек. Лето. Так, цунами. Давайте цунами будем. Так, ну у нас заданий про цунами нет, кстати. Но есть самолет. Если попадется самолет, то будет очень хорошо. Самолетик, самолетик. Дайте нам самолетик. Нет, не дали нам самолет. К сожалению. Да, сколько мы долго будем этот самолет ждать, чтобы разрушить. 13 зомбачков. 11 уже. Ё-моё, уменьшаемся. О, мы даже не можем этот взять, танк разрушить. О каком самолете может идти речь вообще? Да, 4 зомбика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все повзрывались. Так, что это у нас? А, дракон, 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 дракон. Ну, дракон не особо эффективен. Он просто летает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Вот это вот я и говорю, что драконы... Они такие опасные. Да, играем дальше. Угу. 2 зомбаря у нас бегает. Давайте хотя бы монетки собираем. Есть. Получилось. Так, тетечку эту съедим. Опля, есть, готов. Так, еще одного зомбаря нужно. Вот, спасибочки, давай. Теперь мы можем машинки кушать. Вот первая машинка наша есть. Так, вертолет пролетел. Монетки мы съели. Вот, вот, смотри, самолет, да, когда я его не могу уничтожить.
Гигант, вот сейчас бы самолет бы сюда. Чё ж так поставили этот самолет? Так, а у нас с этим гигантом есть что-нибудь? А, уничтожьте 10 объектов с помощью лазера. Да, 10 объектов еще надо уничтожить. Так, есть один объект. Да, как назло, ничего нету здесь больше. Дайте мне самолетик, ребятушки, разработчики. Пляж. Мы опять бежим на пляжике. Опять хочется на море очень сильно. О, что-то вообще... А, пропустила. Так, нет. Машинки надо нам ломать, пушить. Ой, упало очень много зомбиков наших. Да. Бегим, бежим, 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 бежим. Что это? О, да, нам нужно клонировать, клонировать. Сейчас будем клонировать. Ой-о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 й. Так, как можно больше клонировать чуваков. Есть. Еще давайте одного склонируем. Мне нужно как можно больше. Сколько там осталось клонирования? Один остался чувак. Давай, давай. О, все. Выполнили задание. Клонировали. Ого. Сколько машин сразу, а? Так, вот, видишь, опять самолет лежит. Мы его не можем уничтожить. Не хватает у нас людей, зомбиков. Так, ладно, этого пропускаем, этого съедаем. Так, бежим дальше. О, монетки, монетки, монетки. 157 монет. Хорошо. Так, что это здесь у нас будет? Дракон, дракон. Так, ну у нас задания с драконом вроде бы нету. Никаких. Поэтому просто мы здесь летаем. Ага. О, приземляемся, приземляемся прям. Ай, повзрывались, видишь? Не хватило нам высоты. Ну, давайте заберем. А, соберите толпу из 8 зомби. Ну, это легко. Это легко. Толпа из 8 зомбаков. Сейчас мы соберем. Толпа из 8 зомби, ребята. О, теперь нас трое. Не хватает еще 5 зомбиков. Так, все, 4 зомбака мы еще сейчас соберем. И будет у нас толпа из 8 зомби. Опа, еще давайте. 3 зомби осталось у нас, ребята. 3 зомби. О, вот он у нас. Зомбарек. Теперь 2 зомби осталось. Так, давайте еще двоих. Цунами давай, гигант. Так, гигантам нам нужно разрушать объекты. Вот, вот эти сейчас объекты разрушим. Так, еще надо. Есть, отлично. Выполнили мы задание по гиганту. И толпу как раз мы собрали. Угу. 11 зомбарей у нас. Так, берем автобусы и дайте нам, пожалуйста, самолет. Угу. Может быть, сейчас будет самолет. О, танк наконец-то мы сможем разрушить. 20 зомбарей, ребята. 21 зомбарь. А, где же самолет? Вот мне сейчас нужен будет самолетик. Ой, уже меньше. Уже 17 всего лишь. Да, все уже, мы самолет даже не сможем. Мне что же, там нужно 16. 16 зомбариков. Так, давайте попробуем. Не будем отчаиваться, может... Ой, 14, блин, не хватило нам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чё ж ты попозже-то, а? Не появился самолетик-то. Или пораньше. Ладно.
Когда-нибудь мы этот самолет с вами, ребята, разрушим. Когда-нибудь мы его перевернем обязательно. Но пока будем выполнять другие наши задания. Чем больше заданий выполняем, тем больше всяких плюшек мы сможем, ребята, открыть. Ух ты, провалились зомбаки у нас. Так, 5 штук осталось. Ну и все, и начинает скорость увеличиваться. Так, теперь троечка. Так, что, кто у нас? А, давайте, вот эти классные. Так, будем ждать самолет. Если нам попадется самолет сейчас, это будет вообще замечательно. Пожалуйста, где же самолет? Так, самолета нету. Да. Нет. Не получилось. Так, 15 зомбарей. О, все. Скорость вообще бешеная стала. Я только успеваю прыгать. Здесь сейчас вообще опасно будет. О, все, видишь, одна девчонка осталась. Ну, неудивительно. О, один остался. Ё-моё. А, видишь, он слишком быстро бежал. Ну что ж. Давайте заберем эти. Ух ты, коньячок мы открыли. Ну и что мы там? А, разблокировали шляпу. Спасибо. Травяной чай со смертельным выстрелом. Ну и названица. Так, играйте в игру с помощью монетных бомб из магазина. Угу. А сделайте 15 двойных прыжков с помощью ниндзи. Двойных прыжков. Понятно. И нужно нам еще играть в игру с помощью монетных бомб из магазина. Ага, давайте. Ничего нету. Да, надо было его продать. Лотерейный билет. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать на этом серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.